У нас уже есть два видео, в которых мы рассказывали, как переехать, например, в Перу и как переехать в Сербию. Сегодня мы расскажем про Черногорию, особенности этой страны и как же получить там ВНЖ. Вы на канале Turkey Space, меня зовут Олеся. Я Владимир. Погнали! До 2006 года Черногория состояла в Государственном союзе Сербии и Черногории. С 2010 года она приобрела официальный статус кандидата в члены Евросоюза. И с 2017 года она является страной-членом НАТО. Страна является частью Балканского полуострова. С юго-запада омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной на севере-западе, Сербией на северо-востоке, частично признана Республикой Косово на востоке и Албанией на юго-востоке. Крупнейшие города Черногории – это Подгорица, этот же город и столица, Никшич, Плевля, Биле Поле, Херцег Нови. Страна маленькая. На 2021 год население составляет всего 619 тысяч. Валюта – евро. Система правления – парламентская республика. Сменяемый президент, но последний, по сути, правит с 1991 года, с небольшими перерывами. 60% территории покрыто хвойными лесами, что, конечно, круто, когда в стране так много природы. Расскажи про климат. Да, климат в Черногории умеренный, зима теплая и влажная, а лето комфортное и сухое. В зависимости от региона, температуры времен года, она колеблется, как, например, в горных районах страны средняя температура в январе от 5 до плюс 2 градусов, а в июле от 14 до 20. Но вот на береговой линии средние температуры января варьируются от 5-8 градусов. А летом плюс 26. Плюс 26. Такая комфортненькая температура, прямо вот счет. Основу населения страны составляют черногорцы в размере 43%. Остальной же состав представлен сербами, боснийцами, албанцами, хорватами, цыганами, югославы и другие совсем уже малочисленные народности. Религия в стране представлена православием, исламом и католицизмом. Официальный язык черногорский. Но тем, кто знает сербский, будет ясен и черногорский, так как языки сильно схожи между собой. И все, кто учил этот язык, говорят, что учить его несложно. Экономика в стране рыночная, годовая инфляция не превышает 0,9%, с хорошими темпами развития. Уровень жизни в стране показывает стремление к общеевропейским стандартам. Почему мы говорим о «показывает», они являются европейскими стандартами, и мы расскажем дальше. Транспортная инфраструктура, как городская, так и междугородняя, развита хорошо. Есть два аэропорта и регулярные рейсы по разным направлениям. В стране безопасно, а также тихо, спокойно, и многие даже говорят, что чересчур. Законодательно в стране запрещена дискриминация, в том числе и по ориентации. Однополые браки не разрешены, но можно регистрировать однополые партнерства. Страна хочет войти в Евросоюз, поэтому законодательство старается подтянуть до европейского уровня. В целом, с правами человека в стране неплохо, однако вызывает подозрение президент, который уж слишком долго занимает свое место. Цены на недвижимость в стране низкие. Медицина не очень развита, большинство ездит лечиться в соседние страны – Сербия, Хорватия. Труднодоступны узкие специалисты и сложные диагностические мероприятия в одном городе. Если нужен, например, не терапевт, а кардиолог или гастроэнтеролог, ну или какой-то другой узкоспециализированный врач, то придется ехать в соседний город, где специалист есть в наличии. Образование также не является сильной стороной страны. Есть один единственный вуз с 19 факультетами. Большая часть выпускников школ едут поступать в вузы других стран, а именно стран Евросоюза. Садиков и школ в стране достаточно, но качество образования не самое высокое. Ну и с работой в стране плохо, трудоустроиться маловероятно, так как рынок труда тут вот очень уж узкий. Но зато отношение местных жителей к приезжающим оно приветливое и очень дружелюбное, что компенсирует несколько. Цены на продукты, одежду и аренду, они относительно недорогие, ниже, чем в больших городах России, Украины и Белоруссии, но выше, чем в Турции. Цена на аренду жилья составляет около 500-600 долларов за квартиру 2+1 не в столице. В столице такая же стоит около 700 долларов. В прибрежных районах уже выше $700. Часто просят оплатить аренду сразу за 6 месяцев проживания. И, кстати, за услуги риэлтора в Черногории платит собственник квартиры. Интернет в стране дорогой. И есть сообщения от живущих там, что в некоторых городах он медленный. А теперь расскажем вам особенности жизни в Черногории. Стиль жизни черногорцев – полако, что переводится как «тихо, медленно». Типа как, если знаете, в Таиланде Сабай-Сабай. Вообще никто никуда не торопится. Все и все вокруг опаздывают и опаздывает. Городские автобусы опаздывают, несмотря на расписание. Такси опаздывают, доставка опаздывает. Мастер по вызову на дом приходит без инструментов и потом еще ходит несколько дней. То есть жизнь в любом городе, она больше напоминает сельскую, с людьми, с простыми базовыми потребностями, без всякого витринного шика. Поэтому ассортимент предлагаемых товаров и услуг во всей стране очень скудный. Там рестораны и кафе национальной кухни, с похожими меню в каждом. Можно отыскать ресторанчик азиатской кухни, но далеко не в каждом городе. Нет там ни Макдональдса, ни КФС, ни Бургер Кинга, ни Старбакса. Хотя слышали, что вот ожидают открытие первого в стране Бургер Кинга. Обычно в городе имеется один торговый центр со стандартным набором общеизвестных европейских марок. А вот в столице аж 2 торговых центра. Но если вам нужно купить какую-то технику, ноутбук, планшет, не абы какие, а вот конкретные, то придется ехать в соседнюю страну, например, в Хорватию, как многие делают местные. И так с большинством высокотехнологичных товаров или модных новинок одежды и обуви. Народ там живет больше консервативный, без запроса на цифровизацию. Поэтому и с онлайн-услугами там тоже все сложно. Все находится в зачаточном состоянии. И это все сложно развивать, так как у самого населения нет на это никакого запроса. Все привыкли по старинке. Жить без технологий. В квартирах и домах нет центрального отопления и центрального горячего водоснабжения. Поэтому все пользуются водогреями. А зимой греются кондиционером и электрообогревателями. И как следствие, в помещениях плесень – нередкое гостье. Коммунальные платежи высокие, выше, чем в Турции. Банковские карты открыть гражданам РФ тот еще квест, так как при виде паспорта РФ сразу же отказывают в обслуживании. В этом случае необходимо получить разрешение директора банка, собрав для этого целую кипу бумаг и оплатить, типа пошлины около 200 евро. Поэтому с банковской картой придется потрепать себе нервы. Либо там есть какая-нибудь лазейка, которую мы не знаем. Если ты знаешь, напиши об этом в комментариях. Но есть еще сообщение по проблеме с картами черногорских банков. Черногорские банки отказываются принимать международные платежи у компаний, открытых не гражданами, в том числе и платежи от Google AdSense. ВНЖ можно получить несколькими способами, но многие первое время визы ранят. Каждые 30 дней катаясь в соседнюю Боснию или Сербию. Гражданам Украины вообще 90 дней можно жить без визы. ВНЖ можно получить при трудоустройстве на основании оффера от нанимателя или если поступите в вуз Черногории. Один единственный. И, естественно, при покупке жилой недвижимости. Порога входа нет, можно купить за любую сумму. Главное, чтобы жилье подходило для проживания. И на основании собственности податься на ВНЖ, предоставив при этом сведения о своей платежеспособности. Требуют показать наличие 3650 евро на счету на каждого члена семьи. Эти средства рассчитаны на год пребывания в стране, то есть это получается 10 евро в день. Также я нашла информацию, что в требуемом списке документов для ВНЖ по недвижимости в пункте «Предоставить договор купли-продажи» и через запятую указано «или долгосрочный договор аренды квартиры в Черногории». Это нужно прям прицельно уточнять на месте, но, как я поняла, что оформить ВНЖ можно и при аренде квартиры на год, учитывая такую формулировку. Поправьте меня в комментариях, так ли это или нет. Самый часто используемый способ получения ВНЖ среди приезжающих пожить – это регистрация любой фирмы или компании. Уставной капитал, требуемый условиями, это 1 евро. И в течение 2 лет компания может не приносить прибыли. Главное, заполнять все налоговые формы и вовремя отправлять их в налоговые органы, даже если там одни нули. Разница между всеми этими ВНЖ в том, что при покупке или аренде недвижимости вы не получаете право на бесплатную медицинскую помощь, что странно, при покупке недвижимости особенно. В то время как при других видах ВНЖ получаете такое право. Через 5 лет жизни на ВНЖ можно претендовать на ПМЖ, а через 10 лет на гражданство. Но, по общим сведениям, власти страны совсем неохотно дают ПМЖ, а гражданство так и тем более. Из Турции добраться до страны довольно-таки легко. Самолет из Стамбула летит 2,5 часа, и цена составляет от 2,5 до 7,5 тысяч лир. Еще есть и автобус, который едет 21 час, и цена билета от 65 до 1200 лир. Итак, резюмируйте. Сначала хотели разделить плюсы и минусы страны. Но нам показалось, что это как-то нечестно так уж разделять. У каждого минусы и плюсы могут быть свои. Поэтому лишь резюмируем по имеющимся фактам. Страна очень маленькая. Архитектура, стиль жизни, ассортимент товаров и услуг, общий запрос местных жителей больше напоминает сельскую жизнь. Но все же может стать промежуточным вариантом на вашем пути, учитывая относительную легкость легализации в стране. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео, нажмите колокольчик и ставьте лайки. Если возникли какие-то вопросы, которые мы не осветили в процессе видео по этой стране, напишите о них в комментариях, мы найдем информацию и ответим вам. Обратная связь также возможна через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. А также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться с вопросами с помощью об аренде квартиры в Турции. Обняли-подняли. И немножечко грустно, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.